Ульяновская область утопает в сугробах. Не пройти, не проехать. Глава региона поручил специалистам жилнадзора следить за работой управляющих компаний. Дворы надо чистить как следует. На улице Транспортной, к примеру, дворы замело так, что подъехать и подойти к подъездам практически невозможно. Ближе к центру города та же картина. На улицах Пушкинской 12 сентября подобная ситуация. Чтобы добраться до дома или магазина, понадобится снегоход. Как утверждают в жилнадзоре, уборка снега продолжается, но, увы, результаты работ мало видны. На сегодняшний день проведено порядка 700 придомовых территорий многоквартирных домов. 20 инспекционных визитов уже провели. 18 документаций подготовлено. При подтверждении инспекторами нарушений данная документация будет передана в суд для принятия решения о выборе наказания. В январе в Госнадзор поступило 48 письменных обращений по вопросам ненадлежащего содержания придомовых территорий многоквартирных домов. В 17 из них проверки завершены. В 4 случаях факты нарушений подтвердились. Выдано предписание, должностные лица привлечены к административной ответственности. Сейчас мы находимся на территории ОНО «Центр ТСЖ». Здесь собственники жилья включили в тариф уборку и вывоза снега. Это очень хорошо. У тех жильцов, которые не включены в тариф уборка и вывоз снега, предусмотрено складирование снега на газоны. Руководитель жилнадзора обратил внимание на то, чтобы сотрудники управляющих компаний не складывали снег на канализационные люки. Есть замечания и к автолюбителям. Вы вот сегодня видите, как мешают автолюбители, которые побросали свой автотранспорт, не отвечают на звонки, на объявления управляющих компаниях. У меня убедительная просьба, чтобы они откликнулись и убирали транспорт, когда управляющая компания просит это сделать. Начиная с 6 февраля в Ульяновске последствия снегопада ликвидируют 1135 дворников и 86 единиц техники. В Госнадзоре продолжает работать горячая линия по качеству очистки придомовых территорий. За последние 2 дня поступило более 100 звонков. Телефоны для жалоб 38 41 44 и 41 12 02. Виктория Черкова, Герман Баранов. Управда ТВ.